Я вас снова приветствую на якутском языке. Сегодня в республике Саха завершаются дни Татарстана. И самое интересное произойдет тоже сегодня. Мы находимся в одном из священных мест жителей Саха. Называется оно Усхатын, или в переводе «Три березы». Именно здесь проводится самый главный праздник Исых. Или Новый год, возрождение природы. И хочется сказать, по сути дела, Исых – это единственная возможность встретиться со всем родом, потому что здесь очень долгая зима и короткое лето. Территория Усхатын огромна. Одновременно 150 тысяч человек отдают здесь дань предкам и чтят солнце. Слово «Исых» дословно можно перевести как «изобилие». Для народов Саха это самый долгожданный праздник – день летнего солнцестояния. Новый год, говорят они. Праздник народа Саха. Самое такое благодатное время проходит, это праздник у нас. Встреча лета, и весь народ выходит праздновать. Просим благословения солнца, земли, чтобы был хороший урожай. Территория Сырге усыпана священными столбами Сырге. И устанавливают их специально для божеств солнца. Для них, конечно же, Сырге особенная. Считается, что они спускаются сюда на огненных конях. И на Сырге тоже можно увидеть вырезанные из дерева головы коней. И чтобы божества были благосклонны, для них вот в таких чуронах оставляют священный напиток, кумыс. И, конечно же, чтобы праздник был для всех, Сырге украшают разноцветными лентами. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Сегодня праздник Исых посетил президент Рустам Миниханов. Его на главной площадке праздника сопровождал глава Якутии Айсен Николаев с супругой. Рустам Миниханов приветствовал народы Саха на родном татарском языке. Большая честь находиться в этой прекрасной республике. Не просто прекрасная республика, братская республика. Корни у нас одни. И мы вот с радостью и удовольствием видим, каким образом вы сохранили свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Сегодня вместе с нами гости из более чем 50 стран мира, десятков стран, субъектов Российской Федерации. Я искренне благодарю сегодня братский Татарстан во главе с президентом Рустамом Минихановым, которые приехали к нам в эти дни разделить с нами праздник нашего священного Исыха. На главной площадке Исыха театрализованное представление. Пролетают священные птицы, стерхи. Здесь рассказывают о быте народов Саха, которые занимаются земледелием, скотоводством, коневодством. К слову, коровы здесь тоже священные, а молоко с жирностью 6-7%, почти сливки. Вес в среднем бывает у коров 350-400, а у быков 500-600. И самая характерная черта у якутского скота, да, у них разные масти. Ну, допустим, это карпивый цвет, это белохребтовый. После все и артисты, и гости на трибунах начинают танец очищения. Наряды якутов схожи с татарской национальной. Женский головной убор жабака своей формой напоминает татарский калфак. Он имеет вот такую форму, обязательно закрывает, да, вот шею. И здесь вот такое вот солнце, да, кюн называется. Он защищает, находится, ну, на чакре сахасрара. Наряды и украшения для женщин и мужчин здесь не просто способ показать вкус и красоту национальной одежды. Это прежде всего оберег. Это образ богатой женщины. Вот она приходит, а это его муж, который тоже, ну, богатый мужчина. Впервые на одной земле с Исых проходит татарский сабантуй. Борьбой крэш, национальными играми и, конечно, песнями и танцами. 100 лет, как Якутская ССР была образована, искренне счастливы, что имеем возможность посмотреть национальный их, такой же, как наш сабантуй, но вот мощный такой праздник. И, конечно же, показать небольшую часть нашей культуры татарской. Для нас это очень важно, потому что наш Исых Туймады, он давно уже превратился из праздника одного народа в праздник всех народов, которые живут у нас в Якутии. Он нас всех объединяет, он символизирует всему миру дружбу и сплоченность наших народов.
азартом участвовали в конкурсах Сабантуя, Саха. На Исыхе таких игр нет, говорят они. Бой подушками, там борьба где-то была, я смотрела. Похоже на наши обычаи, на наши национальные игры. Министр спорта Якутии оценил наш крэш. Здесь приветствуется атакующий стиль, самое главное. Вот это самое интересное. Исых длится до утра. Ближе к вечеру тысячи людей сольются в едином хороводе Асахай. И так встретят рассвет, чтобы поблагодарить солнце и пожелать хорошего урожая. Алия Хайрутдинова, Ленар Хузиахметов, ТНВ, Саха, Якутия. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.